Недавно мне в WhatsApp поступило сообщение с мольбой о помощи, а к нему прилагалось вот это видео. Это просто невозможно. Второй день лежит в этом вонючем сугробе у нашей помойки. Никто ни внимания не обращает. Я вот его кормить пытаюсь, а он плачет и не ест, только рычит. Ин, я не знаю, что мне делать. Что же делать мне? Собакин бедный. В таком положении женщина видит собачку уже третьи сутки. Она не встает, никуда не уходит, возможно, и не может встать. Иногда такое равнодушие в комментариях оправдывают тем, что люди сами как собаки, есть нечего и так далее. Но это даже не какая-нибудь глухая деревня, а богатый коттеджный поселок в Подмосковье. И каждый второй здесь охотник со всеми вытекающими. Ее вообще требовали убрать, говоря о том, что она мусор мешает выносить. Вы только вдумайтесь, даже замерзая у блатной помойки, собака им мешала. Наша Дарина уезжает домой. Дождалась маму Наташу. Скажите, пожалуйста, где вы Дарину увидели? И почему решили ей дом подарить, выбрали Дарину? Мама, очень такая прям, не знаю, купилась. Я бы их вообще всех купила, только некуда. Хорошая. Вы с дочкой приезжали, гуляли с ней и поняли, что ваш ребенок, ваша девочка. Наша. Спасибо всем, кто помогает нашим собачкам, хорошим, таким хорошим. Они очень ласковые, нежные, преданные. Берите, да, вот. Всем нужен дом. Улыбаемся, да, обязательно. Не вы не пожалеете. Очень хорошие, очень преданные, очень верные. А послушные какие, я сейчас плакаю. Гера сидит. И Герочка там. Ой, какой Герочка вообще, просто. Если бы у меня... Еще позволяла, я по Герочку взяла. Но пока не могу. Еще раз спасибо огромное вам за доброе сердце, за то, что подарили Дарине дом. Спасибо огромное. Спасибо. Все, уезжает Дарина домой. Пожелаем ей удачи, счастья. Наталья, еще раз вам огромное спасибо. Вам большое спасибо. И будем надеяться, что все сложится у нас. Да. Все, удачи, Дарина. И увидимся с вами, мы с вами рядом. Да, обязательно. Мы еще к вам в гости приедем. Гулять вместе будем. Да?